плохая по содержанию игра. Прежде всего, очень мало атакующих действий, очень мало агрессии с нашей стороны. Мы, возможно, перегрузили. Сейчас только мысли о том, что мы выиграли, о победе, какая-то радость, спокойствие. Вот. А завтра уже начнем думать о последующих матчах. Конечно, будем настраиваться, будем работать. У нас еще есть пару дней. Будут просмотры, будут тренировки. Я думаю, тренерский штаб позаботится о том, чтобы мы подошли к этой игре хорошо.